Один из главных вопросов, который депутатам Самарской губернской думы предстоит решить, это осенью принятие бюджета региона. Традиционно каждый год фракция партии «Единая Россия» берет на себя масштабную работу по разработке поправок. В 2018-м их было внесено на общую сумму больше 1 миллиарда рублей. Этот год потребует еще больших усилий. Необходимо предусмотреть средства на капитальный ремонт образовательных учреждений, строительство новых школ, учреждений здравоохранения, спортивную инфраструктуру, развитие благоустройства. Наша задача всех фракций на местах – принять активное участие в обсуждении, в принятии и в отстаивании поправок, которые пойдут от фракции, которые пойдут от партии. Мы нисколько не сомневаемся, что нам удастся совместно региональным отделением фракции внести свои предложения, которые опять же лягут в копилку развития нашего Самарского региона. Еще один вопрос, который обсудили на расширенном заседании Совета руководителей фракции «Единая Россия» – развитие работы с молодежью. 63-й регион в этой сфере один из общероссийских лидеров. Очень важна искренность в этой патриотической работе. Парад сегодняшний, он только является важнейшим этапом очень большой масштабной работы, да, которая была развернута и проводилась в течение нескольких месяцев. Это там тысячи самых различных мероприятий. И тоже очень важно, что это там не статистика, там не галочки для отчета. Важно, что за вот каждым событием, да, стоит очень содержательная работа. Я за то, чтобы в любые проекты мы брали молодых ребят. Причем не просто для того, чтобы научить, а для того, чтобы вовлечь их, для того, чтобы у них научиться. И поэтому моя главная задача – найти те точки соприкосновения, в которых молодые люди найдут самый короткий путь к успеху. К примеру, уже сейчас в патриотическое движение «Юнармия» входит почти 30 тысяч юных жителей губернии. И с каждым годом это число будет расти.